Хей, йоу, гайз, с вами Шумики, мы продолжаем проходить игру под названием Borderlands 2 DLC Hammerlord открывает сезон охоты. Окей, в прошлой серии мы прошли там пещеру, солнечную столицу, так сказать. Теперь мы все вот это дело продаем. Да, все продаем. И отправляемся в поисках ДНК, как я понял, Джека. Красавчика Джеком из основной части. Больше там ничего нету. Ну что, типа, такое большое свободное место. Почти поверил. Хотя локация, смотрите, довольно маленькая, и плюс там еще переход одна. Да. Меня заметили. О! Наверх. Ладно. На низ. Мы-то... Я не буду ни с кем драться, я просто побегу вперед. Повторюсь, я просто побегу вперед. Вау. А вот это было больно. Сори, но это больно. Куда я бегу, я не знаю. Пока что бегу, куда глаза глядят. А там уже куда припеху. Давайте. Ладно, побежали сначала в эту сторону. Так, там хороший сундук или что? Ага. Ага. Хорошо. Пойдемте отключим. Так, отвалили быстро. Изи найдено. Слабо прячете. Быстрее, пока он не прибежал. Не, все-таки в эту сторону потом прибегу, в последнюю в очередь. Потому что там мы сократим дорогу и выпрыгнем. Погнали сюда. Ну, споры, как я вижу, на... не атакуют меня. Ням-ням-ням. Так, плюс ништяки. Найс. Ну, блин, я вообще не штурмовик. Поэтому сорян. Я тебя юзать не буду. Так, здесь. О. Плюс пушка. А, это скорпионы. Я думал, это вот эти длинноногие, которые... Ладно, что далее? Я попытаюсь прочесть, если буду успевать.
А, да. Один из моих таинственных образцов ДНК — главный элемент моего нервного... невероятного секретного плана, о котором ты никогда не узнаешь. Железяка уже сказал нам, что я... Вот гад. Воу-воу-воу! Тихо, тихо, тихо. Ну, блин, помоги! А, ты там дохла уже. Красавчик Джек. Ладно. А, мне разбить надо. Один образец уничтожен. Я могу сюда чую, как... кто открыл один из сейфов с ДНК? Эй! Где все? Так, скорпионы жесткие. Блин, не, они на самом деле жесткие. Они бац-бац, мне этот раздолбали. Очень быстро раздолбали. Хрена их тут. Ладно, летим далее. То есть, видите, все равно есть такие точки. А, он типа не нападает, пока я не нападу. Это очень хорошо. Ладно, идите в сраку. Си, ты видишь? Я не вижу, я бегу. Так, я вижу, куда я могу забраться. О, они меня потеряли. Ни хрена себе снайперка. У нее лезвие прикольное. Стой, стой, стой! Как тебе такая мысль? Может, не будем срывать мои планы по клонированию красавчика Джека? Подумай, это же... Это же явная выгода. Во-первых, ты... ничего не происходит. Так, а что если я дальше побегу? А, там просто переход в другую локацию, ладно. Тогда нам все равно придется возвращаться, хочу я этого или нет. Бочку с коррозией не попадите. Хорош. Попали бы в бочку с коррозией, у меня были бы проблемы. Что там за темное пятно? Ладно, туда тоже схожу. Ради такого можно туда сходить. Бежим, бежим, бежим. Вот пистолет помогает мне просто ускориться немного. Поэтому я бегу прямо без каких-либо проблем. О! Знак искателя хранилища. Так, в этой локации их тоже, да, 4? Как-то... Отлично! Образцы ДНК уничтожены, теперь тебе нужно отключить электричество в лаборатории, щелкнуть маленьким переключателем. Если после сегодняшнего развлечения у тебя еще остались пальцы, то без труда сможешь управление. Ладно, ладно, больше не буду пытаться сделать задание, типа, нажмите на выключатель. Так, я вижу унитаз. Ужасные ассистенты. О, журнальчики. Ладно, возьму. Все равно некуда деваться. Значит, знаки
много знаков есть. Видите, странно, типа, работают. Они меня то видят, а то потом бац, так резко, и нихуя не видят. Типа, недоработочки, недоработочки. Ремонтируйте. Так, это мне куда? Скорее всего, мне нужно вниз прыгать, да? Типа, поняли, они триггерятся, когда я в какой-то зоне нахожусь. Но здесь херово она сделана. Я понимаю, что это не любительская, типа, DLC. Но все же похоже на любительскую. Ну вот, я пробежал, мне не заметил. Не триггериться, парень, ладно. Это только мне в пользу. Там есть проход, я думаю. Я вот не знаю, туда можно, по сути, спрыгнуть. И я спрыгну, если можно. А, туда просто спрыгнуть можно. Все, 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 все. Тогда вопросов больше нет. Идем по прямой. Там я видел посередине ворота. С помощью этих ворот мы побежим. Мне нужно закупить патронов будет. На пистолет. На дробовик. Да-да-да-да-да. О, зашкварная спора. Пора убивать. О! Помощь. Готово. Так, хорошо, а теперь мы просто бежим. Я могу туда побежать, но я туда не побегу. А побегу туда, куда мне надо. Ой, идите, все, занимайтесь, занимайтесь, все. Там что у нас? Ясно. Все, меня закрыли. Так, найдите лабораторию. Найдено. Так, турелька откатилась. Шма, шма. Сейчас босс будет. Похоже, что... Да. Очень зона похожа с боссом вот оттуда. Поехали. Куда пропал электричество? Мои эксперименты. Ну все, искатель хранилища, сейчас ты узнаешь, как его я в гневе. Корпус убивать. Зачем? Корошип. Слишком ярко. Пипец, оно... Ой-ой-ой.
Тихо. Я быстрее сам себя убью, чем кого-то. Серьезно? Может, ты остановишься? Я продолжаю сколько усилий для создания Джеттерзера, а ты, блин, все портишь. А, блин! Какой-то он легкий. О, боже, ты легко... Так. Удалось его уничтожить? Ну ладно. Да, все плохо. Все запущено. Так, бесприемный подвиг искателя возвращается ко мне, и мы что-то там. Так, теперь я точно напугал до смерти. Тебе так и не удалось меня остановить, ведь на корабле у меня есть действие 36 уровня. Ты хочешь остановить меня? Стоп, зачем я что-то там? Корова и себе злодей. Ну, этот человек собрался видеть нас от себя, но сможешь придумать что-нибудь. Что? Нет, искать хранилище убил моих парней и теперь собирается сорвать мой план. И видишь, что дрожит страха? Так, у меня патронов нема. А, мне типа теперь за обратно. А, не, я думал обратно возвращаться. А типа, подожди, он сказал, можешь ко мне возвращаться, Хаммерлот. Это получается, это просто возвратное, да? Окей, так, что у меня есть по патронам? У меня снайперка фул. Так, 200 патронов. Ну ладно, патроны есть. На пистолету ко мне бы патронов понайти где-то. Слишком легко уворачиваться. Блин, мне что-то уровень вообще не дают. Экспы. Что-то я тех убил и все. Ни хера не дают. А ни хера не дают. Так, прыгуны. Вот хорошо, когда они прыгают в мою сторону, типа в спину. Мне это подбрасывает. Так, там был магазин, но мы сейчас все равно здесь найдем магазин с этой стороны. Нет? Окей. Не, я без этих боеприпасов не пойду. Алло. Я тогда зайду, выйду. Чтобы все обновить. Так, это все продам. Да и гранату продам. А что мне, да, она дает? Хотя... Сравнить. А, не, все, все нормально. Что продавать? Так, инвентарь, предметы активировать. Здравствуй, клиент. Товар назад не принимать. Ты отличный клиент. Ну, на снайперку. Блин, видите, снайперка самая охерительная у нас, по сути. Но она вообще не дамажит. Вот в чем минус. Пистолет? Да, пускай у него урон там мизерный уже. Все, 19 уровня пистолет. Но он убивает врагов 30 хуем-то уровню. Вы должны понимать, это жесткий пистолет. То есть им можно тащить. Довольно долго тащить. А, так я на мосту. Окей. Вернемся сейчас к Хаммерлоту. Как раз дадим задание на доске. Плюс у нас, я вижу, там еще новое появилось задание.
Пипец, к нему долго бежать. Но у нас сюда равно только проход один. Это тут сбоку. А что я вижу? А я яйцо нашел. Видите, блинкает. Го за яичком сбегаем, пока я его вижу. Пока я вижу яйцо. Здорово. Все, он там застопился. Пускай... Нет, он бежит, он бежит, он бежит, он быстрее меня. Что? Эй, атакуй меня. А! Все, 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 не атакуй. Я хотел, чтобы он меня присунул когтем. Да вижу, что-то он как-то мало мне нанес. А повторно он что-то мне ударил сильно. Так. Блин, опыт серьезно что-то мало дает. Типа уже какая серия, а я никак не, поднимусь в уровне. Так, у Хаммерлот еще плюс задание. Продолжительность режиссерской версии, это Вельфа, что? Ты что, меня от меня убегаешь, Хаммерлот? Так, братания. Хе-ха! По слухам, в гроте охотника прячется пулеметра Брайны Морде Плюй. Может, убьешь, так будут тебя так называть, я буду подбирать на разные нежно-ласкательные слова, выяснить, что происходит. Как-то быстро. Чё-то быстро. Так, еще одно задание. Ну, вы видите, у нас до хера заданий. А чё я туда не поехал стоять? Ё-моё. Ладно, уже. По словам вашего не очень умного профессора, в его расположении находится еще одна лаборатория. Она расположена на борту разбитого корабля под названием Терминус. Полагаю, что такому супер воину, как профессор Уклав, что? У тебя еще задание появилось. Ловкость рук. Так, боюсь, что на охоте тебе придется не сладко, а чтобы привлечь жуткое животное по имени Тактыга поблизости. Я приготовил несколько бутылочек с феромонами. Выслаживание. Это самая важная часть охоты. Я обнаружил огромный треугольник следы, которые ведут длинами в пустошь. Могу заверить, что если их станет твоим новым трофеем. Так, ладно, найди следы. Но это на складе. Это уже другая локация. Здесь у нас пиздец миссии. Давайте, наверное, по сюжетке пока будем идти. А там уже вернемся. А там уже вернемся. Поэтому. Подождите, а в какой стороне? Или сразу на объезд сделать? Ладно, хочу. Пойдем пока в локацию, которую нам надо. Я вижу столько сюжетных миссий. Но я понимаю, что это будет довольно долго. Это очень долго все. Довольно долго. Не, все-таки эти тоже не жесткие. Дробовик просто их разносит. Так. Это как аттракцион с электромашинкой. Только здесь умирает. Ладно, он умирает все равно. Туда. Стоит, а так там не было прохода. Так я туда ехал, там нету прохода. Вот, видите, все, они типа меня потеряли. Хотя я тут очень близко. Я говорю, они трекерятся чисто в каком-то определенном промежутке времени. И в каком-то именно месте. Скала Святая Рака. Святая Рака. Святая Рака. Вот так лучше. О,
Из этой хранилища хочу дать тебе совет. Перестань меня преследовать, я нашел секретное оружие и уже активировал его. Так что ты... Ничего не изменишь. Подниматься на борт Тремуса и убивать меня незачем. Совершенно незачем. Но он все равно не говорит его убить. 15. Так, быстрое перемещение у нас есть. Я понял. Ни хрена себе. Монстряка. Пипец, он огромный. Нет, локация тоже не маленькая. И снова у меня выбор куда. И снова выбор, куда мне двигаться. Ни хрена локация. Ни хрена она огромная. Ладно, сбегаем в эту сторону, посмотрим. Так, сохранение. Так, походу я правильную сторону выбрал. Мы сейчас все равно просто побежим. Что они, вот они меня сделают? Да, если они зажмут, будет тут плохо. Так, я по следам иду? Стоять. Так, я нашел следы. Я следы нашел. Вот следы. Вот следы. А, мне оттуда нужно было начинать. Ладно. Вы следите зверем. Ну, по таким следам можно сказать, что это какой-то червь. Это даже это не червь. Это как будто просто обычный футбольный мяч. Все равно зацепил. Все равно зацепил. Так, ладно. Гибель. Хотя я туда все равно сейчас дойду. Они за мной будут постоянно идти теперь. Ладно, базука у меня есть. Это нормально. Какой-то гнездо. Искать причины, найди на профессора. Так, самая опасная дичь в мире — это человек, просто для справки. Ладно, в эту сторону сбегаем. Да, локация здоровенная. Локации здоровенные. Ну, смотрите, уже сколько времени, да, прошло, мы просто бегаем. Большой утес.
Тихо. Ой, сложно. Все, с одной стороны остался только. О, вот это бой. Даш, быть так бой. Кстати, тебе полагать это денежное вознаграждение за что ты... Ладно. Легче так сделать уже. Да, ну денежек не сказал бы, что так много мне дали. Но мы убили с вами сильного черта. Как я полагаю. Сильную дичь. Дичь. Так, теперь мне нужно добраться до логова, стоять. Уровень по стрельбе ко всему. Ладно. Давайте добью вот эту херь. Там что-то еще есть. О, там хороший сундук, очень хороший. Так, я могу довольно сильно сократить себе дорогу, если сейчас спрыгну. Так, там еще пещера какая-то есть. Я хочу посмотреть, туда можно ли пройти. Да, сюда можно пройти. Сюда можно пройти. Я просто пробегу. Мне не нужны проблемы какие-либо. Все. Мы узнали, что с той стороны. Теперь просто бежим в эту сторону. Что это за хрень? Об что я врезаюсь? Не, в то вампир типа шамана, кто-то жесткий был на самом деле. А сейчас мы эту локацию тоже пробежим просто, да и все. Да, это то, что он стреляет, это херово. Что животным дали, обезьянам дали орудие труда. Ладно, ладно, все, я бегу. Уговорили. Черт! А ты все меня преследуешь, Ладно. Тихо. Победите элитных дикарей. Как мы помним из практики, я его не победил.
Не-не, похуй. Мне нужно... чтобы он превратился. Блять, ну чё это за хрень? Нечестно. Вот, видите, всё, он меня потерял. Мне это бесит. Ля. Сука, ебучий вампир. А, так их двое. Найс. Чё, круто. Зачем так сложно? Начнём с того, что у меня уже патронов нету. Да-да, тут пролезть нельзя. Найс, все, и что вот мне делать? И что теперь мне делать? Все, больше мне ничего делать. Так? Ну а что, я его убить не могу, ну что? Чем мне его убивать? Почему у вас маски Джека? Отлетел. Еще один. Какого черта? Это же были мои лучшие люди. Полные жопы, ну что за гадство? Я не могу убить его. Как бы я ни старался, он жесткий. Понимаете? Я не могу просто его убить. Вот что это за баги? Что это за баги? Я говорю, это DLCS. Я думал, с гонками самое дерьмовое. Нет, вот, вот победитель нашего конкурса. Самое оконченное DLC. Это наш победитель. Чем я сюда пришел? Здесь, по идее, босс должен, наверное, быть. Да? Что-то его нету. Но я вижу просто на дробовике патроны. Я просто знаю, что, что если будет враг сильный, мне только придется с пистолетом. И то у нас здесь тоже уже начинается. Проблемы. Джой Казино. Проблемы Джой с Казино. Наберите просто 777. И все будет окей. Пиздец. Просто вампир, которого нельзя грохнуть, потому что у них маски. Бля, я не... Фу, просто жопа. У меня жопа горит. От этого долце. Я добегу до места контрольной. И закончим. Там побежали туда. Там паркур. А тут паркур.
О, сколько патрон для дробовика. Готово. Пират ничего. Ты смотри. Да я смотрю. Ну смотри, это взрывная, это кислотная. А, ну... Снова же, это какие у нас патроны? Дерьмовые патроны. Ну хотя бы заново не нужно снизу начинать бежать. То, что я сильно умный, и я могу все сделать так. Да-да, в камнях тоже можно застрять. Даже в курсе. Давай быстрее. Давай-давай, пока они сюда не прибежали. Плюс у меня уже время закончилось, уже 40 минут. Ладно, тут проживаем. Все, у меня 100 патронов. Поживем. И чё? Чё мы прыгаем мне в лицо? Зачем? Так, ладно, сохранение прошло. Круто. Так, продать. Я, наверное, вставлю все-таки. Одиннадцать тысяч и больше 11 тысяч. Пускай. Голова. Маска красавчика Джека. Ладно, давайте, короче, на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, до новых встреч, друзья. Всем пока.